Недолго правительство Франции гордилось первым за год сокращением армии безработных. После снижения числа зарегистрированных на бирже труда в августе на 0,3%, в сентябре этот показатель снова вырос, но уже на 0,6%. Об этом говорит статистика Министерства занятости Франции. С сентября прошлого года количество безработных увеличилось на 4,3% и достигло отметки в 3 миллиона 430 тысяч. Стагнация второй экономики еврозоны, высокие налоги и рекордная даже по европейским меркам стоимость рабочей силы вынуждают французские компании сокращать персонал и не нанимать новых сотрудников. Безработица в стране держится выше 10% отметки.